Часто задают вопрос, где взять Windows 7, 8, 10, так называемую официальную версию. Есть программка такая, Windows ISO Downloader. Вот на сайте Comsru можно зайти и вот скачать. Вот она. В поисковике сразу появляется Windows ISO Downloader. Либо вот с официального сайта, но до него добираться долго. Здесь нажимаем скачать. Так вот. Сейчас нет версий для Windows XP. Можно, может, на официальном сайте поискать. Вот на эту. Здесь-то программа, вот это Microsoft Windows and Office Download Tool. Windows 7, для Windows 7, вот, читаем, хотя бы здесь, где она есть. Читаем системные требования. Нужен фреймворк 4.6.2 обязательно. Ну и скачиваем. Так, скачали программу. Запускаем, она без установки. Программа заводится. Ну и здесь выбираем, ну, например, Windows 7. Выбрали. Здесь выбираем выпуск. SP1. SP1 домашняя. Домашняя, расширенная, профессиональная, максимальная. Так. Ну, вот смотрю. Домашняя и базовая нету здесь. Ну, профессиональная. Подтверждаем. Далее выбираем язык системы, где он у нас, вот он, русский. Опять подтверждаем. И либо копируем ссылку, либо вот скачать 3264 мобильные системы. Сохранить. Куда сохранить? И качается, например. Также с офисом. Выбираем, например, офис 2010. Выпуск также студентов профессиональный. Подтверждаем. Язык русский. Подтверждаем. Ну и также копировать ссылку либо скачать.